Меня зовут Жомарт. Я владею гостиницей, которая досталась мне от отца. Мой отец был успешным бизнесменом и ответственным человеком. В отличие от него, я безалаберный и безответственный. Сотрудникам надо выплатить зарплату за 3 месяца, иначе мы останемся без персонала. А во-вторых, от того, что нет постояльцев, мы почти банкроты. Я сегодня встречаюсь с инвестором. Как будет на английском? Это большая честь работать с вами. It's a great honor to work with you. It's a great honor. Von Firk. What? Все уволились. Как? Мы уже 3 месяца не выплачивали зарплату персоналу. Когда я начинал работать в этой гостинице, я вообще зарплату не получал. Потому что это гостиница вашего отца. У меня денег нет, чтобы тебя платить. Я могу и бесплатно поработать. Ну как-никак родственники, ну что? Найдем подходящих родственников, уговорим их и едем обратно. Лена, это... А что ты умеешь? Водила, водила. Ну, клянь, хану с ним, вообще руками снимай. А ты говоришь, пожалуйста. Я 3 года проработал во Франции швейцаром. Ты нам подходишь на 100%. Серьезно. Я управляющий гостиницы. Зовут меня Олен. Олен? Извините, помогите, пожалуйста, вещи донести. Чего там, мани? Руки-ноги есть, сам донесешь. Обещал, что мы поедем на Мальдивы, а вместо этого мы поехали в Каскелен. Hello, how are you? I'm 5'6". And you? Excuse me. Я не слушаю казахстанских певцов. Они все такие безвкусные, у всех одинаковые прически, одни слова. Бизнес по-казахски. Смотрите во всех кинотеатрах. Why you crying? Индийский сериал «Курсе мосла» и «Живая верю». С 29 декабря